Итак, всем здравствуйте. Извиняюсь заранее за небольшую техническую задержку. Напишите, пожалуйста, из какого вы города, чтобы я понимала, что меня хорошо слышно, и все, что у меня находится на столе, то вам тоже все хорошо видно. Я сразу повернула телефон горизонтально, чтобы было все удобно. Да, потому что в вертикали будет немножечко не видно. Отлично, у нас потихоньку добавляется народ. Отлично. Да, все вижу. И плюсики вижу. Отлично. Смотрите, когда буду рисовать, у меня телефон будет находиться, как бы выше моих глаз, поэтому я периодически буду смотреть в комментарии, если будут какие-то вопросы, но я постараюсь максимально доступно все объяснять, чтобы вам было все очень понятно. И еще такой вопрос: есть ли кто-то из вас, кто будет рисовать прям параллельно со мной? Ждем ответ. Мы будем рисовать акварелью. В данном случае у меня белые ночи, вот такой вот набор. Кстати, знаете, очень удобный, так как у него палитра идет в комплекте, она съемная, то есть потом очень удобно мыть. Также есть у меня старенький наборчик мой, такой, знаете, бывалый, который уже немало работ со мной прошел. Но в данном случае я рисую прямо на крышке. И в данном случае, ну, как бы, знаете, не очень удобно, потому что когда я ее начинаю мыть, то где-то там протекает, все равно немножко не дотрешь. Поэтому мне вот, кстати, со съемными очень нравится. На тарелках, там, на палитрах я очень редко рисую. Вот мне удобно, как бы сразу палитру взял и место, ну, не сильно, да, занимает. Ну, так как у нас вот кто-то уже будет с нами, отлично. И давайте начинать потихоньку. Всем еще раз доброе утро. Я надеюсь, что этот час мы с вами проведем с пользой. Меня зовут Комарова Елена, и я уже достаточно долгое время преподаю мастер-классы в различных направлениях. Это может быть и масло, и акварель, и пастель. Я как бы для себя меняю эти техники в зависимости от, скажем так, ну, настроение, да, иногда бывает, надоедает масло и хочется чего-то легкого, я перехожу на акварель. В данном случае мы, да, сегодня с вами будем рисовать вот такую вот синицу. У нее, знаете, название как бы ее Лазаревка, хотя Википедия очень так настойчиво ставит ударение на Лазоревку. Ну, как-то согласитесь, немножко на слух, ну, неприятно, что ли, звучит, как-то Лазаревка, ну, более нежно, что ли. В общем, очень такая миленькая птичка. Ну что, приступаем. И каждая, ну, скажем так, каждую, да, нашу работу мы начинаем с наброска. Так называемый, ищем композицию в листе. Возьму сначала такой небольшой черновой листик. Каждый раз, когда вы начинаете любую работу, независимо, что это будет, старайтесь идти от общего к частному, да? То есть бывает, что когда вы смотрите на какую-то картину, думаешь: «О, Господи, как я это нарисую», да? Ну, то есть это кажется каким-то очень сложным. Всегда упрощайте до более понятных вам форм. Соответственно, у нас вот идет птица, да? Форма тоже достаточно несложная. Я делаю небольшое направляющее, да, такую веточку, на которой она у нас сидит. И
Далее намечаю овал и ее направление, да? То есть вот это направление мне сейчас интересно. И здесь у нас будет такой вот небольшой хвостик, отсюда уже выступ самой головы. То есть это вот прям условно-условно. Это сейчас я просто объясняю на черновом листике. То есть мы сейчас, скажем так, тренируемся с вами, чтобы потом сделать более такой четкий, построенный, уверенный рисунок. Когда у вас идет набросок, не бойтесь выводить по несколько линий. У вас тогда, знаете, работа становится более уверенной. Это вот как пример. Если я нарисую круг, я могу его нарисовать вот таким вот образом, да, он у меня будет такой дрожащей линии, какой-то корявенький, и я могу делать круг в несколько линий, и он у меня становится намного лучше. Потом я просто вытираю ненужные мне линии, и все. И таким образом, может быть что угодно. Когда вы рисуете какой-то портрет, это может быть пейзаж, то есть вы всегда, рисуйте очень-очень легко, да, просто вот какими-то направляющими линиями. Не нужно делать там, например, вырисовывать сразу с головы, как-то там идеальненько, тут уже будет клювик, тут уже глазик нарисовали, там реснички, не знаю, там, ну, если этот портрет, например, да. То есть всегда должна быть общая сначала форма, и мы потом там к деталям, к деталям, к деталям. И переходим уже непосредственно на наш чистовой лист. Я буду давить немножечко посильнее, чтобы вам было удобно. Так, комментарии, да, убрать. Вот с этим сложнее, если честно. А, вот, все, выключить комментарии, хорошо. Вот, вот так вот лучше, да, намного. Я потом, давайте в конце включу, и если будут какие-то вопросы, то я отвечу. А так буду, ну, стараться по максимуму все прям поэтапно объяснять. Итак, чистовой листик. Кстати, такой еще тоже момент. У нас вот, если обратить внимание, формат, да, такой вот горизонтальный. Но мне кажется, эта птица очень здорово будет смотреться в квадратном формате. То есть, если что, потом в конце посмотрим. Может быть, мы часть листа просто уберем. И мне нравится, знаете, когда у нас какие-то рисунки наши, они приобретают, ну, вторую жизнь, что ли. То есть это становится, допустим, не просто рисунком, да, там, а открыткой, которую вы можете как-то интересно потом еще дополнить какой-нибудь надписью или дополнить интересной рамочкой. И просто потом кому-нибудь подарить. Или, может быть, вы это отдадите в печать, и эта птичка потом у вас будет распечатана на вашей футболке, как вариант. И подарить вторую жизнь, мне кажется, будет очень мило смотреться. Использую я обычно мягкие ластики. Как пример, вот такая еще у меня есть. Новенькая. Ну, вот эта вот уже такая затасканная, мне прямо она очень нравится, любим. Но она была когда-то вот, вот такой. Старайтесь не очень сильно давить. Даже если вы давите, то просто потом немножко рисунок можно облегчить. И сама птичка. Я потом немножко веточку, скорее всего, уменьшу. И уже ориентир у нас немного на квадрат. Начинаю с больших форм. У нас здесь пойдет грудка. Рисую я карандашом 2B.
Мне очень нравятся мягкие, на самом деле, карандаши. Я вот как-то люблю все, что от Б и выше. HB даже, ну, редко использую. Очень нравятся мягкие. И потом просто, ну, если это какой-то светлый рисунок, допустим, то я просто клячкой или аккуратно ластиком все лишнее просто убираю. Ну, интенсивность, да, как бы карандаша. Бывает, что когда карандаш слишком мягкий или очень много линий, то вода, вот этот как бы стержень, да, он будет размывать, и у вас работа получится немножко грязноватая, поэтому, ну, как бы учитывайте этот момент. Идем чуть к хвостику, и я направление держу, да, то есть у меня нет такого, что, допустим, туловище в одном направлении, хвост резко как-то вниз или немножечко, как, ну, вздернут. У некоторых птиц, конечно же, это есть, но в данном случае мы такого не наблюдаем. Также хочу вам напомнить, или, может быть, кто не знал, вы можете просмотреть мой урок по птицам. На этой неделе у меня выходит второй. Мы будем с вами рисовать очень милую сову. Вот, кстати, у меня тут рядышком есть уже эта работа. Вот мы, кстати, ее будем с вами рисовать. Очень такой, ну, мне понравился результат, который вышел. И на сайте уже есть урок с удодом. Стараюсь всегда максимально понятно рассказывать. Хвостик, смотрите, он на кончике у нас такой с округленными уголками, да, как будто бы такой прямоугольный. Слишком большой не рисуйте. Вот, кстати, по поводу пропорций. Вы можете это делать таким образом. То есть любой предмет, он состоит из соотношения этих пропорций. И мы можем взять за модуль что-либо. Вот, например, хвостик, да, смотрим. Как я это делаю? Я беру хвостик, беру вот карандаш. Мой карандаш в данном случае будет служить линейкой. То есть я беру от начала до кончика, да, хвостик, и вот так вот фиксирую пальцем эту длину хвостика и смотрю, сколько, допустим, она укладывается в ширину нашей птички. Ну, почти полтора. Соответственно, я теперь беру и смотрю, что у меня происходит на моем листе. Тоже зафиксировала теперь расстояние на моем листике и провела сюда, да? То есть можно даже вот, если просмотреть пропорции, чуть-чуть даже сократить. Ну, немножечко. Ну, в данном случае у меня так. Может быть, вы прям хорошо попали по длине хвостиком. Так, теперь проверяем уже голову нашей птички. Внимательно смотрим на изгибы. Здесь очень красиво, и знаете, мне вот именно это очертание линии немножко напоминает матрешку. То есть в целом вот округлость такая вот, как в виде некой восьмерки. Соответственно, здесь у нас небольшая дуга в грудке. И чуть-чуть к лапкам заворачивается. Отделяем линии голову от туловища. От краешка отступите, ну, где-то пару сантиметров. Мы видим, от клювика идет такая вот полосочка.
И уже делится как бы на две дуги, да, влево и вправо, вот сюда вот. Тоже вот детали имеют значение. Вот здесь вот анатомически, ну, если по-простому, то как бы плечи, да, у нашей птички. Соответственно, видно, еле заметно, но тем не менее есть. Вот тут такой небольшой изгибчик, как раз у основания, откуда само крыло пойдет. То есть вот это, скажем, некое плечко у нашей синицы. Так, и я здесь тоже немножко сделаю небольшой изгиб, но как бы без фанатизма, да, совсем немного. Голова, вот если сверху посмотреть, она у синиц довольно с этого ракурса такая вот плоская, да. В данном случае она у меня кругловатая, поэтому вот тут исправляю вверху и такую чуть плоскую делаю. Иначе она будет какую-нибудь другую птицу напоминать. Так. И далее переходим уже к деталькам. То есть основная форма у нас уже намечена. Здесь тоже чуть подприбавим. Но совсем немного. Сейчас лишние линии сотру, чтобы вы тоже не запутались в том, что я делаю. Да, тоже вот легкий-легкий изгибчик есть. Я его тоже вот хочу показать. И далее вот здесь уже как бы в крыло перейдет у нас. Крыло, как я говорила, да, идет из плечка. Одна часть, ну тут вот как немного спинки, да, видно. Спинка и часть крыла. И далее уже идет само крыло. Кончик крыла мы практически не видим, потому что оно скрывается за веткой. Ну, здесь выступ крыла все равно у нас будет присутствовать. Уточняем уже линии. Здесь крыло можно тоже чуть-чуть поделить на разный рисунок, да? Вот здесь вот видно, что идет некий такой стык, где хорошо видно деление на перья. Так. И далее намечаем клюв. Клюв сам по себе почти ровный. Да, но все равно идет. Сначала, смотрите, можно наметить направление. То есть вот у нас край головы. Намечаем направление и к нему уже подставляем верхнюю часть клюва и нижнюю. Нижняя часть всегда чуть-чуть меньше. Да? То есть начало уже как бы не от края идет, а немного отступаем и заворачиваем. Это такой у нас немножко увеличенный вид клювика будет. И переходим теперь сюда. Идет небольшое. Совсем вот маленький-маленький такой вот аккуратный делаем. Даже я низковато взяла. Можно его чуть выше. Вот сюда. Она у нас смотрит вниз.
И отсюда как раз от клюва нам удобно будет изобразить глаз. Сначала идет такая маска у него черная, да? Тоже это пятно намечаем, которое переходит в синеву. Делаем маленький кружочек ближе к клюву. И теперь намечаем наши пятнышки по цвету. То есть тут вот у нас идет белый цвет. Вверху тоже достаточно насыщенный синий оттенок. Даже такой прям ультрамарин, я бы сказала, да, очень похож. Вот, намечаем грудку также по пятнышку. Ориентир, смотрите, вот в принципе, как у нас здесь вот полосочка идет, так она и продолжается, да, сюда раз и завернулась. Значит, и тут тоже мы сюда поворачиваем грудки. Вот это вот серое пятнышко намечаем прерывистыми линиями. И теперь заворачиваем наши лапки. Чаще конструкция у птиц лап такая. То есть, когда идет ветка, идет два, как бы, да, захвата сверху, чуть сюда два пальчика. И один пальчик вот сюда, как бы снизу. Тут вот, кстати, можно вот хорошо понаблюдать. Ну, у кого-то по три как бы идет, смотря какая птица. То есть бывает, что идет три. И, допустим, прям рядышком там. Раз, два. А в другое мы видим вот совсем чуть-чуть. Вот таким вот образом. А лапки можно, знаете, вот прям такими немножечко ломанными линиями намечать. Вот, соответственно, у нас будет такая вот конструкция. Ну, лапки совсем у нас идут тоненькие, маленькие. Дальняя лапка чуть-чуть в сторону, да, то есть мы видим продолжение еще, поэтому тоже чуть-чуть в сторону влево рисуем тоненькую, как бы веточку такую, да, наши лапки и потихоньку заворачиваем. Видно, что здесь три, как бы таких когтя, да. Два маленьких и посередине большой. А как бы задняя-то мы ее не видим. Задний коготь. Поэтому не спешим здесь прям вот. Аккуратненько заворачиваем. Так, отступаем. Тоже вот где расположить вторую лапку? Смотрим относительно хвоста и крыла. То есть видим небольшой изгибчик здесь. Мы его так тоже завернем. И теперь относительно вот этого изгиба чуть-чуть влево, да? Вот у меня изгиб чуть влево, значит, ну где-то вот. В этом месте у нас будет вторая лапка.
чуть-чуть виднеется коготь, который вот у нас задний, да, большой. И от лапок как раз можно наметить веточку. Веточку не рисуйте идеально ровную, все-таки это ветка, и она может быть с какими-то надломами, изгибами, выступами. Поэтому как бы не нужно из нее делать как какую-то трубку, да, идеальную. Так. Ну все, этого у нас достаточно. А, вот, кстати, можно еще на хвостике тоже чуть-чуть показать поворот. Отступаем пару миллиметров. У нас линия сходится, не доходя до края нашего хвостика. Плюс направление тоже, да, я сейчас и у себя этот момент исправлю. Смотрите, угол хвоста правый и левый направление, да, а у меня сейчас немножко в другую сторону. Я поворачиваю наш изгиб чуть-чуть по-другому. Вот, теперь у нас так будет более правильно. И мы видим еще, что у нас как бы, да, тот вот дальний левый поворотик идет. Как, то есть получается, что если мы посмотрим на наш хвост, то у нас он будет вот такой вот как бы формы, да? Такой вот изгибчик. Поэтому мы и видим, что вот тут у нас идет такая вот светленькая как бы ниточка. И все, переступаем, переходим на наши красочки. Сейчас посмотрю так, чтобы было видно то, что я замешиваю. Так, давайте еще, наверное, прям поближе вам подвину. Давайте теперь немножко пройдемся по цветам. То, какие нам нужны, как замешивать и что дальше вообще будет происходить. Для примера возьму кисточку Рублев, белка имитация номер 3. Смотрите. В данном случае у нас присутствуют, если прям по-простому, белый, серый, желтый, синий, черные цвета и их оттенки и смешивания. В данном случае, так как у нас присутствует желтый цвет и синий, сейчас немножко грязноватый, то они в сумме будут давать зеленый оттенок. В данном случае видно, как на грудке эти цвета отлично смешиваются. То есть здесь у нас такой вот присутствует зеленоватый оттенок, немножко где-то даже лимонный, я бы сказала. Поэтому мы берем, смотрим, да, желтый и синий. Дают у нас вот такой вот зеленоватый оттеночек. Можно, в принципе, в данном случае использовать лимонный, хотя я его редко использую, но бывают моменты, когда он прям очень красивое дает сочетание. В принципе, можно вот как раз нашу синицу чуть-чуть добавить этого цвета, будет очень красиво. Будет в сумме с синим давать вот красивый такой лимонный оттеночек. Прям очень красивый, да, такой летний насыщенный цвета. По поводу синих тонов можно использовать кобальт, ультрамарин.
Как правило, знаете, темно-синие разные цвета, и зеленые, черные, коричневые, они в палитре смотрятся довольно одинаковыми. Поэтому внимательно проверяйте. Иногда бывает, привыкаешь, к расположению цветов. В данном случае нам подойдет ультрамарин и синий. Будем брать вот этот оттеночек. И синенький. Они очень схожи, просто, в принципе, по тону немножко отличаются. А насчет, если брать желтые, да, берем лимонную, берем желтую, можно немножко охры. Возможно, ну, скорее всего, да. Охра вообще очень ходовой такой цвет. Не обойтись ни в акриле, без него, ни в масле. Вообще очень любимый цвет многими художниками. Иногда, знаете, такая шутка между художниками ходит. В любой непонятной ситуации добавляй охру. И, конечно же, черные оттенки тоже будут у нас присутствовать. Для веточки рекомендую лучше темно-зеленые использовать. Изумрудную не очень люблю. На мой взгляд, немножко неестественный такой вот неприродный цвет. Итак, чтобы уложиться нам скорее в эфир, приступаем. К рисованию уже красками. Итак, я этой же кисточкой чуть смачиваю голову. Люблю, знаете, рисовать чуть по-сырому, очень красиво растекаются цвета. Прям вместе с глазиком заливайте водичкой. Вот. И теперь я беру синий оттеночек. Такой вот очень красивый, прям насыщенный. И аккуратненько заполняю прям чистым цветом верхушку нашей головы. Далее цвет уже чуть слабее идет, поэтому я вытираю, и можно вот сухой кисточкой просто чуть-чуть протянуть этот цвет, так как тут у нас лист и так уже влажный, поэтому будет легкий-легкий такой переход в белый цвет. Ближе к глазику можно тоже вот немножко сделать голубым. Это почти вот еле заметно, но зато не будет такого прям чистого белого. Потому что у нас в природе белого не существует. Это скорее он вбирает в себя, да, все оттенки окружающего. Сзади у нас идет уже более темные синие, поэтому можно сюда ультрамарин добавлять. В принципе, кобальт сюда тоже очень хорошо подойдет, поэтому тут уже ориентируйтесь еще то, что у вас есть в наборчиках. Пропускаю белый цвет и делаю как бы такой ободочек. Чуть глазику протяну и немножко совсем добавлю этот цвет на клюв. Сам по себе цвет довольно темный, поэтому можно добавить немного черного.
Добавляем, пока вот еще у нас сбоку чуть влажненько, тоже будет довольно плавненько так смешиваться. И немножко можно опустить этот цвет к нашему крылу. Чуть-чуть добавлю возле клювика. Делаю небольшие как бы мазочки, знаете, как даже штриховочкой такой, чтобы у меня уже как бы каждый мой мазок был в виде небольших таких перышков. И можно потом влажной кисточкой чуть-чуть набрав водички, все это подразмыть. Таким образом получается очень красивый нежный эффект без каких-то очень резких переходов. Так вот получается очень интересненько. О, спасибо за сердечки. Очень приятно. Делитесь своими шедеврами. Очень потом интересно посмотреть, что у вас получится. Поэтому отмечайте аккаунт. Отмечайте меня. Я, если что, вам подскажу по поводу ваших работ. И теперь, да, я кисточку промыла, и у меня немножко воды здесь есть. Ну, прям очень много не нужно. Чтобы у меня вот такой ровной просто линии не осталось, я тоже делаю небольшие черточки. Чуть-чуть такая вот легкая-легкая штриховочка у меня присутствует. Немножко-немножко. Прям в данном случае постарайтесь аккуратненько. Когда будете смотреть в записи, то постарайтесь прям вообще не спешить. Я чуть-чуть тороплюсь, чтобы нам уложиться с вами и прям сильно это все дело не растягивать. Так. Далее у нас идет грудка. Я пока вот верхнюю часть оставлю, потому что там прям такие темные пойдут оттенки. Перейду в желтый. Смотрите, когда, если чуть зацепится вот здесь вот синий оттенок в желтый, ничего страшного, потому что все-таки идет рефлекс, и вот этот спор между синим и желтым в самой синице, он так или иначе перекликается. Плюс, если эта синица где-то, к примеру, сидит очень близко к зелени какой-то, то от этой зелени тоже будут идти рефлексы. Плюс не забываем, что когда у нас идет свет естественный, да, как бы от солнышка, то у нас получается, что все цвета, светлые части, они будут все-таки холодными. Что значит холодными? То есть там будет присутствовать синий цвет. Я чуть-чуть также смочила грудку. Мне очень нравится просто, когда с водой идут плавные переходы. И давайте все-таки, наверное, вот смешаем лимонный и чуть-чуть я к нему желтенького добавлю, так чтобы не вашим, не нашим, да, чтобы вроде бы и то у нас присутствовало. И немножечко затрагиваю этот синий цвет. У меня получится как бы смешивание уже на самой синице. Самый яркий цвет идет ближе к верху, да, вблизи нашего пера. Поэтому сюда можно добавить прям насыщенные такие вот цвета в эту верхушечку. А дальше уже будет размываться с водичкой. Плюс добавляем немножко уже вкрапление синих оттенков, потому что здесь у нас идет уже смесь, не настолько прям, скажем, идет чистый. Мы это уже с вами немножко разобрали. Плюс оттенок идет в тени. И я тоже, ну, как бы здесь заполняю штрихами. Потому что когда мы заполняем именно таким образом, да, где-то сольется, но где-то эти полоски у вас останутся.
И потом создается впечатление, что это, ну, как будто бы перья есть на самом деле. Чтобы она у вас не получилась, скажем так, плоской, а была, ну, как, да, такой пушистенькой. Видно, что там пушочек у нее такой есть. И сюда уже приближаемся к хвостику. Там тоже зеленца такая вот уже присутствует. Посередине у нее идет серый оттеночек. Берем черный сначала, как бы на палитру набираем. Водички прям побольше добавляем. Регулировать оттенок акварели мы будем за счет воды. Соответственно, если нам нужно более насыщенно, более контрастно, то мы просто воды добавляем поменьше. И снова все слегка здесь идет перелом такой, да, уходит в тень, поэтому в данном случае можно затемнить еще. В этой части. Немножко наверх сюда добавим охры светлой. Очень темный не хочется делать, поэтому, в принципе, можно вот уже на этом этапе здесь грудку оставить. Мы видим, да, что в этой части довольно насыщенная у нас пятнышко идет. В этой части у меня все так же лист еще влажный, поэтому резких каких-то пятен у меня там не будет. Если вдруг чуть уже лист высох, просто смочите еще раз. И затемняем за крылом. Опять же, чтобы не было слишком сильного перехода, просто немного водичка под размою. Переходим к крылу. Верхняя часть тоже видно, что она немножко смесью идет зеленого. Я не знаю, видно здесь на фотографии или нет, но будем считать, что вы мне поверили на слово. Так, далее, значит, смотрим. Берем синенький оттеночек, смешиваю прям уже там, где у меня присутствовал зеленый или желтенький. На кисточке у меня довольно много воды, то есть по тону мы еще как бы набирать будем. Все закрываю. Хвостик здесь тоже можно весь закрыть. Прям легким-легким таким раствором, полупрозрачным. То есть принцип, да, акварели в том, что вы тон всегда уже, ну, как бы увеличиваете, начинаете со светлых. И все затемняете, затемняете, затемняете и затемняете. Таким образом, вы контролируете процесс, и испортить уже будет сложнее работу. Так. Переходим в верхнюю часть, там, где у нас крыло. Значит, идет синий. И вот, кстати, можно добавить, да, не зеленый, иначе получится бирюзовый у нас оттенок, а добавить охрочки.
светлую охру добавлю. И у нас прям тот, что нужно получается цвет. Закрываем верхнюю часть. Это можно чуть-чуть затемнить. Когда вот легкие-легкие идут вкрапления темного, небольшие вот контрасты такие, всегда очень красиво получается. Работа оживает. Поэтому детали не игнорируем. Игнорируем только на моменте построения. Далее у нас идет крыло. Очень насыщенный цвет. Тоже здесь можно использовать и ультрамарин, различные оттенки голубого. Давайте сейчас здесь у нас такие как отобрали два оттеночка, да, изначально, так можно их и придерживаться. Такой очень-очень красивый цвет. Водички я прям совсем немножко набираю. И немного помогаю уже потом чистой кисточкой, но немного воды в ней есть. И я эту краску растягиваю. То есть не бухаю, да, прям сразу этот синий по всему крылу, а оставляю какие-то оттеночки, регулируя тем самым тон. То есть где-то все равно ведь присутствуют более светлые участки, где-то более темные. И делаю такой плавненький. Опять же, за счет чего? Вода. Все вода. Акварель любит воду. Вот чуть размываю. А здесь у нас идет деление на перья. Я смотрю всегда сначала на светлый тон. То есть мне нужно... Возьму синий оттеночек, чуть такой бледный сначала добавить, а потом уже темным их разделять. Здесь у нас идет небольшой светлый участочек. Мы его оставим. Пока в этой части у меня подсыхает, я добавлю более темные оттенки. У нас идет ультрамарин, и к нему я добавлю чуть черного. Знаю, что некоторые художники говорят, что черный использовать нельзя, то есть лучше там смешивать другие цвета и таким образом там добавлять темные. Но знаете, как-то один раз один преподаватель, очень такой старенький уже дедушка, художник, сказал, что если вы хотите, к примеру, нарисовать там, не знаю, небо зеленым, а солнце там каким-нибудь, не знаю, розовым, то почему бы нет? Вы имеете на это право. Также и здесь. Почему бы нет, если это сделает мою работу намного лучше? Если это придаст ей, ну, более насыщенные оттенки. Конечно, в живописи присутствует много каких-то правил, но чем больше ты их узнаешь, тем и чем дольше ты потом рисуешь, тем, скажем так, ты рисуешь уже интуитивно. То есть я сейчас проговариваю то, что я делаю, я обращаю внимание там на... Ну, то есть проговариваю, что я там беру черный, беру такой-то. Но потом это вот просто, знаете, происходит интуитивно. То есть ты не задумываешься, какой конкретно синий ты берешь, или какой коричневый. То есть ты просто смотришь на цвет, смотришь на оттенок и такой, так, ага, мне сейчас нужна сиена, мне там Марс. Но я не говорю это внутри, что... Ну, я эти названия не проговариваю, да? То есть, надеюсь, вы понимаете, о чем я. Сейчас я, смотрите, уже добавила небольшие полосочки и затемнила под крылом.
за счет водички тоже немножко размываю, чтобы не было каких-то резких переходов. И добавляю еще этот темный оттенок вот в этот стык. То есть чуть-чуть такими, знаете, даже точечками их разделяю. И на крылышке видно еще одно пятнышко. Мы его тоже добавим. Плюс я всегда говорю, что не забывайте экспериментировать. Ведь именно в этом находится залог, скажем так, вашего индивидуального стиля, смешивания, может быть, любимых цветов, не какие-то неожиданные красивые сочетания вы найдете для себя техники. Поэтому пробуйте, может быть, у вас там, не знаю, синица будет в каких-то других совершенно тона, да, то есть вы, может быть, вы очень ядовитые такие оттенки любите. Кстати, еще такой лайфхак, скажем так. И бывает, что для каких-то цветов нужны очень яркие тона, ну, цвета точнее. И порой этого очень не хватает. Ну, в таких стандартных наших палитрах. И я беру тогда просто в любых канцтоварах, просто обычные детские краски. Они, как правило, там медовые, то есть вы прям ощутите, что они липкие, тянутся так, как карамелька какая-то. И вполне себе отлично смешиваются между собой. Мне прям понравилось так работать. Просто ну, кто заходил на мою страницу, скорее всего, наблюдали там некоторые зарисовки пирожных. И вот как раз я там добавляла, ну, как бы цвет из вот детского набора. Очень, как говорится, дешево и сердито, знаете, очень мне прям понравились там цвета. Просто в детских наборах есть такие цвета, которые вы с трудом намешаете или не намешаете вообще, и они не попадаются. Ну вот в таких, да, наших обычных. Синеньким я покрываю здесь вот по краешку нашего хвостика и заливаю внутри, чтобы выделить вот эти вот светлые полоски. Там можно добавить чуть черного с синим, чтобы он был не такой насыщенный. И вот здесь вот тоненько пропускаю полоску справа и слева. Закрываю наш хвостик. Таким вот образом. И пока, если вы заметили, я все делаю это одной кисточкой. Все тройкой. Я писала, что можно какой-то одной. Это вот одна из. Она при смачивании дает очень такую тоненькую линию, то есть вот у нее кончик, да, получается очень-очень тонкий, и вы можете таким образом написать, купив одну, она достаточно дорогая была, но купив ее одну, вы замените все другие кисточки, вам не понадобится набор, это тоже очень и место экономит, и деньги экономит, в общем, тоже очень удобно. Переходим к деталям. У нас идет глазик, клювик. Клювик довольно такой серенький, поэтому я беру черный, но чуть-чуть совсем, а воды побольше. Черного поменьше, воды побольше. Далее перехожу к пятну. Снова черный, можно в примеси примерно 50 на 50. Черный ультрамарин. И аккуратненько заполняем. Не обращаем внимания пока что на блик.
Мы его вернем. Черненького добавлю вниз. Возьму тоненькую кисточку, единичку, тоже рублев. Чуть смочу. Набираю наш темный цвет и немного мазну поверх клювика. И чуть-чуть разделю нижнюю и верхнюю часть. Можно тут маленькую такую ноздрю показать ему, чтобы он задышал, наш птенец. Так. И дорисовываю наш глаз. Хорошенько прям показываю, что тут у нас идет такой кругляшок. Так, аккуратненько здесь не спеши, уже такая вот ювелирная работа начинается. И далее у меня идет переход уже к синему цвету, но он достаточно плавный, поэтому я в этой части уже водичкой, набрав чуть-чуть ультрамарин, протяну вот такими вот легкими-легкими черточками. То есть у меня, по сути, всем мои мазки, они идут вот такими вот штрихами. Просто они меняются за счет как бы толщины кисточки, либо количества воды на этой кисточке. Здесь тоже вот можно за счет воды подразмыть. Так вот, здесь можно на макушке еще немного затемнить. Все это делаю маленькой кисточкой. Так, вы там еще со мной? Все хорошо? Да, вижу, вижу, отлично. Так, уже по чуть-чуть близимся с вами к завершению. И надеюсь, успею ответить на ваши вопросики. Вот вижу, что какой-то вопрос у меня уже висит. Так, возвращаемся вот сюда к перышку. И тоненькой кисточкой тоже черный с ультрамарином намешаю, чтобы, да, как бы черный был, но с легким оттеном синевы. И тоненько вот здесь вот прорисую перышки. В таких моментах постарайтесь, чтобы они не были чересчур одинаковыми. Здесь у основания тоже чуть затемним. Потому что они оттуда как бы вот растут, и там их более сильное скопление, поэтому там будет тень. Как бы надлом такой. Так. Значит, лапки. Глазик пусть пока у нас подсыхает. Значит, лапки. Я говорила о том, что на уроках, да, которые выставлены на сайт, я там рассказываю как бы отдельные какие-то моменты, то есть как отдельно нарисовать глаз, как нарисовать перья. То есть более детально уже разбираем. Я беру темно-синий с черным. И показываю объем. Чем ближе к грудке, тем более темный оттеночек. Все это делаю маленькой кисточкой и слегка также затемним правую лапку еще чуть-чуть.
И тут же добавлю темный для объема. Также ближе к грудке у нас лапка затемняется. Чуть с водой размою. И также на хвостике тоже можно показать небольшое затемнение, да, потому что идет полоса, и она не может быть по всей своей длине одинакового тона. То есть все равно где-то потемнее, где-то светлее. Таким образом и строится у нас объем. И как бы хвост уже не смотрится таким плоским. Далее переходим к нашей веточке. Для этого можно кисть уже взять побольше. Также тройка у нас идет. И здесь я возьму охру и травяную зеленую, да, нашу темную. Безумно люблю этот цвет. Можно либо темную охру, либо светлую. Даже темная нам больше подойдет. И заполняю. Можно где-то вот чуть зелененького побольше. Веточки не очень много уделю внимания, потому что все-таки в данном случае наш главный герой это синичка. Можно чуть сиены даже, как бы поиграть с коричневыми тонами. Посмешиваем прямо здесь. Внизу чуть-чуть добавлю побольше сиены, чтобы показать тень, чтобы ветка была не просто ветка, а все-таки немножко объемной. Можно еще чуть-чуть затемнить, чтобы показать больший объем. Наберу Марс коричневый. И чуть-чуть черненького. Немножко. Прокручиваю таким образом кисть, чтобы она такая более остренькая у меня была. Покажу с нижней части ветки объем. Здесь можно даже ближе к птичке тоже затемнить, потому что от нее будет идти тень. И теперь маленькой кисточкой себе чуть-чуть помогу. По поводу бумаги, да, вот еще не сказала. В данном случае у меня самый вообще простой альбом, какой-то вот самый дешевый по плотности. Тоже бумага не очень плотненькая, где-то 180 грамм. Здесь, кстати, вот насчет бумаги, да, какую выбрать и все в таком духе. Смотря что вы рисуете. Если вы рисуете какие-то работы, которые вы хотите, чтобы пошли в печать, например, то лучше стоит выбирать
более плоскую, да, чтобы фактурка была мелкая, не очень выразительная. Если вы любите по-сырому, то логичнее брать, ну, немножечко поплотнее, чтобы все-таки бумага, ну, выдержала много воды. У меня вот, я очень люблю плотную, мне вот, знаете, мне что ли так спокойнее, когда я понимаю, что я могу прям много над ней издеваться, над бумагой, что она никак не поведет у меня. Так, наша синичка готова. Остался только блик на глазике. Смотрите, в некоторых наборах присутствует белило. Вы можете использовать их. Можно использовать гуашь, самую обычную. Либо можно использовать белую гелевую ручку. В данном случае нам нужно поставить только точечку, поэтому можно использовать гелевую ручку. Либо же мы берем, ну, скорее всего, сейчас ни у кого не найдется белой ручки гелевой. Я вот буквально продемонстрирую на темном фоне, что она у нас вот очень красивые может ставить. Такие вот точки, то есть вы можете где-то по перышкам, да, пройтись, поштриховать, всегда очень красиво, я частенько этим пользуюсь. Либо же берем гуашь, либо те белила, которые у вас есть в наборе. Погуще набираем на кисточку. Просто ставим тоненькую точечку, маленькую. Можно еще такой легкий ободочек вокруг глазика. Вот таким вот образом. Давайте сейчас увеличу. Вот такая вот у нас птичка получилась. Можно немножко также пройтись по перышкам, чтобы небольшие блики показать. И чуть-чуть штриховочки вот. На лапки добавлю. Но тут тоже вот не увлекайтесь. Все, наша птица готова. Очень с нетерпением буду ждать ваших результатов. Сейчас включу обратно комментарии. Все, супер, отлично. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. Поставьте, не знаю, плюсик, если вам понравился результат, понравился урок. Если я ничего не упустила. Спасибо, прелесть, красотища. Спасибо большое за комплименты. Надеюсь, что в этот час была для вас полезна. Вопросов вижу, что нет, только комплименты. Спасибо, спасибо большое. А как еще больше затемнить брюшко? Смотрите, тут тоже можете использовать, сейчас на отдельном листике вам покажу, можно использовать в данном случае охру. Вот так вот поверну, чтобы все было видно. Использовать охру. Желтенький и чуть синевы. И вот этот оттеночек лучше по чуть-чуть, прям слоями наносить. И точно так же вот небольшими как бы черточками. Прям можете отдельно потренироваться, у вас рука должна быть легкой и таким образом набирать.
Либо можете сначала набрать, да, как бы залить вот этим тоном. И уже потом, как бы по чуть-чуть, еще более темным цветом, просто ну, с меньшим количеством воды, вы уже затемните. Просто старайтесь как бы этот этап набирать постепенно, чтобы не уйти в грязь, потому что тень всегда дается достаточно сложно. А людям, как бы и даже у меня порой встречаются такие вопросы, что, ну вот просто какая-то тень прям сложная. И очень, знаете, такая тонкая грязь, что уйти в грязь. Поэтому здесь можно просто немножко поэкспериментировать, может быть, отдельно даже набрать. Все, спасибо всем, кто присутствовал. Спасибо всем за комплименты. Еще раз повторюсь, что буду ждать ваши результаты и жду вас на своих уроках на сайте Doodle & Sketch. Всем спасибо и всех целую. Пока-пока.